Итак, товарищ Никита, вы были достаточно ответственным человеком при жизни, и мне порекомендовали вас как надежную персону. Объясняю суть. Вы теперь контролируете баланс между разными мирами. Находятся энтузиасты, которые, едва прознав про такое, любят скакать из мира в мир и устраивать лютый кавардак. Мы модераторы, и этот кавардак должны предотвращать, чтобы один мир не пересекался с другим. Окей? Хорошо, осмотритесь пока. Никита, ты ничего не делал? Тогда почему на Красной площади в измерении 16D теперь это? А ну, быстро исправил! Ты серьезно? Это называется исправил? Быстро вернул все на свои места. Да, это не дело. Хотя, вроде никаких проблем больше нету. Серджио, ты там совсем? А? Почему вместо решения проблем ты их только создаешь? Я не создаю, клянусь. Тогда какого в измерении 36S появились летающие сосиски из 56F? А ну быстро забирай стажера и можешь решать проблемы. И еще. В 16D убери живую крапиву, акулу-призрака, ведьму-лесбиянку и отремонтируй ту колокольню, которая ведет в 93E. И на самый смак. Останови уже того придурка с видеокамерой, который про это все снял фильмы. Пока все, потом можешь отдыхать. Ах, вот видишь, Никитосик, как все сложно. Еще скоро новый ГОСТ выпустят. И придется все эти измерения по новой переименовывать. Давай, пошли. У нас много работы.